Крупный пожар произошел в поселке Гвикинот. Это случилось в минувшее воскресенье. Сигнал об его обнаружении поступил на пульт дежурного в 17:45. Все случилось в 500 метрах от причала морского порта. Там горели бесхозные деревянные постройки. К моменту прибытия пожарного расчета огонь распространился на 120 квадратных метров. Его тушение осложнялось большой задымленностью и порывистым ветром. Благодаря бесперебойной подаче воды и привлечению дополнительных единиц техники, погрузчика и трактора предприятия «Чукоткоммунхоз», в 22 часа огонь был ликвидирован. В результате сгорело 19 балков. Жертв и пострадавших нет. Ведется следствие, осмотр территории и опрос свидетелей для выяснения причин возгорания и суммы причиненного ущерба.